Поехали. Данстар скачки. Неудачно принимает старт Тимурхон. Ну а Мастерия повела с места скачку. Мастерия впереди. На втором месте Сент Элайс. 100 метров пройдено за 8,2 секунды. Power Dream держится третьим. На четвертом месте Spectrum. Далее Мастерия и замыкает Axel Cup. Скачку ведет Мастерия. На втором месте Spectrum и тут же Power Dream с небольшим просветом Spectrum. 500 метров пройдено за 31,9 секунды. Впереди Мастерия. На втором месте Saint Elias, Power Dream и тут же Spectrum. Spectrum выходит на второе место. Мастерия впереди, Spectrum держится вторым. 500 метров до финиша. И лошади выходят на финишную прямую. Мастерия и Spectrum выводят компанию на финишную прямую. 500 метров пройдено за 31,8 секунды. Лидирует Мастерия. И полевой стороной Spectrum пытается захватить. И успешно. Spectrum повел. Мастерия второй. На третье место выходит Axel Cup. Лидирует Spectrum. Spectrum приближается к финишу и выигрывает скачку. Мастерия финиширует второй. Axel Cup третьим. Далее Saint Elias, Power Dream, Тимурхон.